сегодня автоспеццентр вместе с Автотором представил два новых кроссовера. Kaya X3, вот за мной он стоит, это атмосферная машина с атмосферным мотором 1.6 мощностью 113 лошадиных сил. Он может быть с механической коробкой передач, а может быть с вариатором. И более такой борзый, более активная машина, это Kaya X3 Pro. Он только с турбомотором 1.5, 147 лошадиных сил и только с вариатором. В принципе, эти машины нам, в общем-то, известны, поскольку это двойники или наследники автомобилей Chery Tiggo 4. Соответственно, они немножко сделаны внешне по-другому, немножко сделаны внутри по-другому. Продажи они поступят где-то, наверное, через месяц-полтора, и тогда же мы узнаем цену. Есть предположение и надежда, что базовая машина будет стоить примерно 1 800 000, 1 850 000. Ну и, конечно, эти машины тоже только переднеприводные, как и основные конкуренты, как Chery Tiggo 4.